В этом году в водной гонке поучаствуют 72 человека. 18 плавсредств – ялы, байдарки и катамараны. Кроме того, планируется участие в празднике и 4 парусных судов. Надеялись хотя бы на 2 катамарана, но у нас заявилось 4 катамарана парусных, поэтому мы особо как бы внимание уделяем вот этому пункту, потому что это будет впервые, мы не знаем, как это пройдет, потому что там особенности свои, будет ветер, не будет, вот они сейчас сидели, обсуждали. С какой стороны тоже смотрят прогнозы, боятся, что ветра не будет, то есть им надо ветер. И ветер, по прогнозам синоптиков, 26 мая будет юго-западный, порывами до 9 метров в секунду. Да и с погодой повезет, днем до плюс 20 градусов, без осадков. Такой вердикт Небесной канцелярии, безусловно, порадует не только жителей города, но и организаторов, которые сейчас активно готовятся к празднику. И, как говорится, трубят о регате во всех средствах массовой информации. Люди как бы в теме и вроде бы одобряют все это и собираются приходить, но многие говорят, чтобы была хорошая погода, чтобы уж точно, наверняка. Праздник будет проходить не только в акватории Северной Двины, но и на площади речного вокзала, а также в Двинопарке. Обе территории сегодня активно благоустраиваются. У памятника флотилии в пятницу 25 числа произведут профилирование грейдером участка дороги возле памятника, также установят 2 мусорных контейнера, 2 биотуалета. Также водоналивные ограждения будут установлены у памятника и у речного вокзала. 24 числа будет произведен покос травы, и также покраска деревьев в зоне проведения мероприятий. Мы подготовили территорию, провели субботник. В данный момент еще завершается подрезка кустов. Это служба благоустройства делает. Покрасили лестницы, перила. На праздничной площадке у речного вокзала, а также на территории Двинопарка 26 мая развернутся и торговые ряды. Продукция будет и детский ассортимент, сладкая вата, попкорн, чтобы дети и взрослые могли приобрести вот эти товары. Продукция общественного питания, напитки горячие, холодные, конечно, безалкогольные. Обеспечивать порядок во время проведения праздника на суше будут наряды полиции МВД России «Котласский». На воде – полицейские катера линейного отдела МВД России на транспорте.